до 5 утра не дает мне спать. Вот это они. Вот это они мне не дают спать до 5 утра. Not allowed video on the way, by the way. A video from Russian news. Yeah, what? Video, kill, no, kill, no. Kill. Go, go, kill. По какой причине забрали у нашего такси? Я, скажите, что я не буду показывать его лицо. Я, скажи, я не буду его лицо показывать. По какой причине мы не едем? Что он нарушил? Хорошо, я не буду лицо его показывать. Ключи отдайте. Где всего лишь несколько позиций на выбор. Я третий день подряд ем непонятно что. То есть вот вообще даже кофе, чай, ничего нет. Hello. You are inside already? Yeah, it is there, yeah. Лена, нас даже не пускают туда. Говорят, вы на улице будете жрать. Семейную гостиницу, где мы предполагали будет свой пляж, обычный, как мы понимаем, шведский стол, ужин, но это все. То есть мы... И выбора никакого нету. Вода, вода платная. Вода даже платная. Салаты и горячая, острая, один, жареная, один, жирная. Один вид салатов, два перекуса и два сладкое, чизкейки. Основных блюда, но они все очень жирные. Да, и острые. И острые, невозможно кушать. В плане еще запаха. Вот чем вода пахнет, вы сейчас спросите, чем вода пахнет? Если вот глаза закрыть, руки свои понюхать, и она вот речкой, речка, как вот у нас на Визе, там, да, вот водоемы всякие, застоявшаяся такая вода, затхлая такая, как это, короче, речкой пахнет, это не море. Да, это искусственный водоем, но запах ужасный, запах на камеру мы не передадим, вот, короче, это ужасно, все ужасно здесь, это плохо, это обидно. Когда мы приходили на ресепшн, говорили вот эти вот все претензии, нам просто сказали, менеджеры, вам водки надо? Вам водки надо, вы же русские. Как, я вообще был в ступоре. Водка. Мы тут говорим про ужины, про море, про бассейны, про вот это вот весь нулевой сервис. А они просто, ну, ну все нормально будет. Бахнем 100 грамм, типа нормально все. Вот. В итоге они принесли нам просекко. Это вот такая бутылочка такая шампанского. Два бокала. Вот. Ну, вы все понимаете сами. Отмазываются. Общаться не хотят особо. Тау продолжает рассказ о фиаско, постигшем нашего коллегу, внештатного корреспондента Евгения Воробьева, купившегося на рекламу пляжного отдыха в Дубае. Поехав в свадебное путешествие со своей женой Анной на неделю в курортный отель Radisson Beach Resort Palm Jumeirah и отдав за это недельное путешествие свыше 400 тысяч рублей, Евгений, мягко говоря, был удивлен уровнем сервиса в этом отеле. Конечно, накладки случаются в любом путешествии и редко, когда действительность полностью оправдывает ожидания. Но то, что происходило с Евгением и Анной в течение этих 7 дней, накладками назвать сложно. В первом сюжете мы уже рассказали, что поездка началась с задержки вылета из-за пьяного пассажира, узнавшего в Евгении видеоблогера-еврея и так перевозбудившегося от этого, что экипаж вынужден был прервать руление, а семья этого буйного земляка полетела в Арабские Эмираты без своего отца и мужа. Следующим разочарованием стала отмена фестиваля Best Music Fest, на который Евгений с Анной имели несчастье купить билеты, который должен был пройти в дни их отдыха в Дубае. Но самая дичь началась непосредственно в отеле Radisson. Одна ночь проживания на двоих, в котором Евгению и Анне обошлись 45 тысяч рублей. Выяснилось, что даже на восьмом этаже гостиницы ночью невозможно уснуть из-за музыки, гремящей в барах на променаде Пальмы Джумейра. Под такую же громкую музыку гостям, заранее включившим ужин в стоимость тура, было предложено питаться в ночном клубе абсолютно несъедобной, жирной и острой пищей, ассортимент которой повторялся день изо дня.
Посещение панорамного бассейна на крыше отеля, обещанное туроператором как включенное в стоимость номера, оказалось платным. Ни много ни мало 4000 рублей за шезлонг. А собственный частный пляж чистотой воды больше напоминал южный берег Шарташа, чем Персидский залив Индийского океана. Ага, так. Вот это вот у нас песочек такой, да? Ну, это тертая ракушка, Тертая ракушка. Да. Это как бы искусственно созданный такой песок. Тертая ракушка. Так. Плюс водоросли, да, вот эти вот. Вот на дне тоже это видно. Это все водоросли, это все тины. Это все грязь. Прям шматками, вот шматки прям. Чистота воды на якобы частном пляже отеля удивила не только екатеринбургских туристов, но и других гостей курорта. Например, Санжара, приехавшего на отдых с семьей из Казахстана и рассчитывавшего получить тот уровень сервиса, который был обещан туроператором. А вот море, по поводу моря, получается, вот сейчас это первая береговая линия, но это как пляж искусственный, да? Там тина, там очень воняет, там тина, водоросли, там мусор, там не очень. То есть нужно выйти из номера, пройти через дорогу, да? И ты приходишь на пляж. Да, то есть это общественный пляж, это не какой-то пляж, но это принадлежащий отель. Но Санжар ошибся в своих догадках. Этот пляж действительно казался частным, в чем вскоре и Евгений, и Анна убедились сами. На этом еще наши приколы и приключения в отеле «Рэдиссон» не закончились, не заканчивались. Мы вышли, вот наш отель, мы вышли вот сюда, на пляж. Нашли два свободных гамака, лежака. Полотенце бросили. Уже примерно час, час 30 отдыхаем, загораем. И нам подходят работники бара. И говорят, давайте-ка уходите отсюда. Уходите, уходите. Сейчас випы придут. Они эти лежаки, вот эти вот именно, забронировали. Давайте-ка, а вы это, челядь, давайте, уходите, сейчас придут и випы. А у нас, если что, премиум номер. Угу. А мы-то, что, кто мы? Тоже, получается, челядь в премиум номере. Вот, так, очень интересно получается. Мы пошли на ресепшн, сообщили, что нас выгоняют. Бронь, оказывается, есть. Работники вот этого ресепшена, этого отеля, просто были в шоке. Что? Кто сказал? Такого не бывает. Окей. Подходим, подлавливаю этого работника бара. Я говорю, кто из вас врет? Кто из вас врет? Вы или менеджер на ресепшене? Ну, вы знаете, они нам говорят так делать. То есть происходит такой некий левак, да, в этом бизнесе. Бронь на лежак. Вот. Где табличка написана, да, и где правила какие-то есть. Короче, все это тоже мутки. Это их мутки отеля. Вот так вот. Так что лежаки на броне, море вот такое, сервис вот такой, всемирная сеть Рэдиссон. Понимая, что буквально все в этой поездке у них не складывается, Евгений и Анна расспросили местных жителей, где в Дубае можно найти чистое море, и открыли для себя замечательный городской бесплатный пляж, где их, наконец, все устроило. Вот нормальный общественный пляж. Море, песочек, чистота, красота. Что еще надо? Никаких водорослей нет, тины, кожурок, всякой ерунды. Вон рыбки плавают, кстати, рыбки плавают. Все, вот теперь мы на море, мы приехали на море. Общественный пляж. Хотя живем в отеле на первой береговой линии за 45 тысяч рублей в сутки. Всемирно известной сети Рэдиссон. Да-да. Резонно решив, что отель не дал им тот уровень сервиса, который был обещан при покупке тура, молодожены решили написать претензию руководству гостиницы, потребовав компенсировать им неполученные ужины, обещанный бассейн, ежедневные поездки на такси на общественный пляж. Но менеджер отеля
отказался принимать эту претензию, предложив русским туристам дождаться его русскоговорящую коллегу. Девушка Аделя, надо отдать ей должное, с пониманием отнеслась к недовольству клиентов, рассказав, что и сама дважды в жизни попадала в отели, где ей не нравилось буквально все. А заодно, похоже, открыла причину такого негостеприимства Radisson Beach Resort Palm Jumeirah. По ее словам, построенный в 2022 году отель с самого своего открытия был ориентирован на британских туристов, одиноких мужчин, приезжающих на курорт с двумя простейшими желаниями – выпить и найти подругу на ночь. Видя, что другие гостиницы стали хорошо зарабатывать на семейном отдыхе, Radisson Beach также включился в гонку за российскими туристами. Но мгновенно перестроить стиль своей работы им не удалось. Просто в течение суток происходило очень много ситуаций, да, которые нас не устроили. Когда я этому человеку начала только рассказывать, он, не дослушав нас до конца, предложил мне водки. Понимаете? Вот этот мужик. Может, вам водки? Это что за базар вообще? Конечно. Это что за базар? Это я из этих которые тут снимаются, что ли? Тут проститутки ходят толпами. А, это британцы. Это понятно. Ну, мне тоже не понравилось отношение вот этого, в котором мы сейчас даже сидели. Я сильно извиняюсь, я сама 18 лет работаю в Дубае. Я перевелась в этот отель месяц назад. Вы такие первые или не первые? Вы видели отзывы? Нет, нет. Ну как это? Как это первое? Письменная претензия, может, мы первые. Письменная? А вообще отзывы очень, мы посмотрели, не хорошо. Я позавчера переводила по поводу лежаков, вот именно все на русский. От нашего генерального менеджера, который тоже устроился месяц назад. Вот мы вместе с ним начали. Мы переводили, что на лежаках не нужно оставлять ни там, например, полотенце. Вот они забронировали. Если в течение полчаса, что мы пытаемся вот это улучшить. Поэтому я очень рада, что вы нам написали. Это просто, я просто на данный момент как-то вот что-то облегчить, да. Потому что все-таки хочется, чтобы облегчить. Вы наслаждались. У нас, а вообще, у нас вообще вот это вот свадебное такое путешествие получилось ужасно. Мы заплатили в сутки в отеле, да, $450 в сутки. Да. И за эти $450 я вижу только одну ночлежку и все. Чисто ночуешь и все? Да, чисто ночуешь. А сервис нулевой здесь? Да. Аделя искренне пыталась поправить имидж отеля и пообещала перевести претензии гостей для хозяйки этого гостиничного комплекса на арабский язык. Но тут история получила новое развитие. Мы сегодня вызвали такси, поехали в парк чудес, погуляли, вернулись обратно на такси, сюда приехали на такси из парка чудес в отель, чтобы переодеться быстренько, 10 минут, 5 минут, 10 минут. Сказали таксисту, чтобы он нас ждал, сказали номер отеля, номер комнаты сказали, чтобы в случае чего охраны, он нас ждал, сказал, что я жду гостей, никуда не уезжайте, это все. Мы выходим и видим такую картину, что набежала куча охранников, подошел к нему старший, давай на него орать, ключи у него выдернул из машины, сказал, что... Что сказал? Он сказал... Здесь стоять нельзя? Он сказал, здесь стоять нельзя. Здесь стоять нельзя? Получается, мы как гости отеля, у нас премиум номер, таксист здесь стоять не может, не 5 минут. Я изучила правила отеля 4 звезды. У отеля 4 звезды должна быть обязательно собственная парковка, которой могут пользоваться гости отеля, чтобы парковать свои машины, либо свои такси. И можно оставлять такси на ожидание, делать свои дела, вернуться и опять садиться и ехать дальше, что мы и сделали. А у нашего таксиста отобрали ключи, таксист начал вызывать полицию. Копом звонить, да. Начал. Я подошла, начала разбираться, что случилось. Этот мужик... который начальник охраны. Он начальник охраны, да, старший, он начал, да? На меня орать, говорить, какая твоя номер комнаты, у тебя будут большие проблемы. Во как! И меня это так задело, и опять разбудили во мне Уралмаш. То есть, мы сейчас подошли опять к менеджеру отеля и все это проговорили, что мы будем писать очередную претензию. Я требую извинений и оплату за такси. По старой журналистской и блогерской привычке, еврей конфликт с начальником охраны стал снимать на сотовый телефон. Не зная, что в Эмирате Дубай есть закон, запрещающий снимать арабов на видео без их согласия. Video from Russian news. Приехавший по вызову начальника охраны представитель туристической полиции Дубая сообщил екатеринбуржцам, что за съемки араба они будут наказаны штрафом. Да не просто штрафом, а эквивалентным 4 миллионам рублей.
Самого охранника, может быть, тоже оштрафуют за скандал на парковке, но на сумму значительно меньше. Единственным выходом из сложившейся ситуации будет подписание туристами бумаги с отказом от всех претензий к отелю. Точнее, на словах было сказано, что это будет отказ от претензий к начальнику охраны, но когда чуть позже Евгений с Анной перевели на русский подписанную ими бумагу, то выяснилось, что они отказались вообще от всех претензий. Поняв, что их ловко обвели вокруг пальца, наши земляки решили тяжбу не продолжать и удовлетвориться только денежной компенсацией неполученных ужинов. Деньги им, кстати, за ужины перевели – 39 тысяч рублей. Тем более, что на следующий день утром им предстояло сесть в самолет, улететь в Екатеринбург и забыть эту поездку, как страшный сон. Телефон в их номере прозвенел в половине пятого утра и предложил немедленно спускаться и садиться в автобус. А трансфер приехал, и за пять минут нас предупредили. Все ясно. Мы не поедем на трансфере, естественно, такси. Потому что мы поедем на такси, потому что нас не предупредили вообще об этом. Информации не было. Никакого письма, никакого звонка. И ночью в 12 мы подходили, информации еще не было. Угу. Угу. У нас самолет в 9:30. Конечно, рано. Конечно, рано. В 9:30 самолет. Нужно будет выехать нам хотя бы в 6 часов. Что касается трансфера в аэропорт, то это, конечно, уже косяк не отеля, а туроператора Sun & Fun, бывший Туи. Но туристам, по большому счету, ведь все равно впечатление от отдыха у них складывается комплексное, без разбивки на то, где и чья вина. Наша гид Зарина, она вообще игнорировала нас полностью, никакой информации она нам не давала, и по трансферу вечером тоже информацию нам не прислала. Не было ни смс-ок, никаких там почт, никаких записок, никакой информации не было об этом. А как должно быть на самом деле? Гид с вечера пишет либо звонит. Анна и Евгений, здравствуйте. Как прошел ваш отпуск? Все ли хорошо? Завтра вас будет ждать автобус в отеле, в аэропорт вас повезет. Спасибо, что были с нами всю эту неделю. Приезжайте, пожалуйста, еще. Да, вот так должно было быть, по идее. Но мы не приедем больше к ним. Это ужасно. Это ужасно. Мы такси вызвали за дорого. И приехали в аэропорт сами, самостоятельно, потому что мы самостоятельные.